Дело в том, что Иисус, он является историческим лицом, вне всякого сомнения, когда он выступил со своей проповедью, он не имел в виду, что он обращается ко всему человечеству. Там, наоборот, он подчеркивает, что он послан только к заблудшим овцам дома Израилева. Еще он обращается только к иудеям. Поэтому настоящим творцом христианства, уж вы меня извините за эти безбожные речи, должен считаться апостол Павел, который сделал вот этот решающий шаг. Он обратился к язычникам с этой проповедью. Не только, он по-прежнему обращался и к иудеям тоже, но к язычникам. Вот тогда христианство начало становиться мировой религией. Иначе оно так и оставалось бы на положении, ну, той же секты, как кумраниты там и так далее. И оно имело грандиозный успех. Это, кстати, очень тоже интересная история. Почему вот определенное время стало временем, вот этим осевым временем, когда возникают вот эти новые этические, догматические и прочие религии? Что-то такое произошло, какие-то перемены произошли в человечестве, когда оказалась затребованной вот такая религия. Они стали нужны. Этих пророков и проповедников стали слушать. Ведь если мы читаем с вами Библию, мы должны обратить внимание, кто создал монотеизм. Библейский монотеизм. Библейский монотеизм создали пророки. При этом их проповедь была в основном как раз проповедью этической, не богословской. Пророк говорит, его голосом говорит Бог, что он не хочет жертв, ему не нужны обряды, ему не нужны жертвоприношения, ему нужны добрые дела. Помогите больному, защитите вдову и сироту. Вот тогда приходите. И я буду с вами разговаривать, говорит Бог. Это совершенно новые идеи, конечно, по сравнению с религиями ранней древности. И пророки за это часто платили головой, за эти речи. Но эти речи упорно продолжались. Так что вот я бы сказал, что самое интересное в Библии, это как раз не истории, там, когда и как возник Пурим, а вот проповеди пророков, вот это надо читать. Вот там хорошо видно, как с кровью, со своей кровью пробивала себе путь вот эта новая религия, религия этическая, религия служения добру, религия добрых дел. Вот они это делали, это сделали пророки. И так было везде. Ну, посложнее в некоторых местах, с учетом местных, ну, можно добавить к этому несколько экскурсов, другие религии. Ну, Заратуштра был, по-видимому, современником вот самых старших библейских пророков, если не правы те авторы, которые считают, что он жил лет на 500 раньше. У нас нет доводов ни в пользу, ни против этого. Так вот, и там в Овесте говорится, что человек должен служить добру, что сеяние хлеба гораздо важнее, гораздо угоднее Богу, чем тысяча молитв и любые жертвоприношения и так далее. И все остальные религии осевого времени, они говорят то же самое. Значит, самое главное в них вот не эти занимательные, конечно, истории, там есть еще более занимательные истории, загадочные истории, непонятные истории, но главное это превращение, это становление этической религии. Вот, в конце концов, иудаизм стал этической религией, и потом появилось христианство, потом и ислам, и все это этические религии. И
Все это работа пророков, последним из которых был вот Мухаммад. Кто такие были пророки с точки зрения вот истории? Тоже, между прочим, интересный вопрос. Вы обратили внимание, кто читал Библию, как становятся пророками в Библии? Как человек становится пророком? Никто не обратил, и вы тоже? Да. Евреи. Очень интересно, а зря. Евреи. Какое явление? Явление Бога, странное событие. Нет, совсем не так, совсем не так. Вот я тоже задаю своим студентам вопрос, вот как человек делает, почему вот Бог избрал именно этого человека? А вот за его добродетели там, и прочее, прочее, отвечают мне мои студенты. Я говорю, да нет, потому что по сравнению с величием Бога любые человеческие заслуги ноль, все равно. В том-то дело, что пророками становились случайно. И услышал я голос Бога, говорящего, кого мне послать? И сказал я, вот я, Господи, пошли меня. Ладно, сказал Бог, ступай. Все равно, неважно. Это не какие-нибудь особенные праведники, но когда его уже послали, он не отступает. И идет до конца. Многие из них, как я уже сказал, кончили свою жизнь в ужасных казнях. Вот. И это очень интересно. Вот знаменитое стихотворение Пушкина «Пророк». Как начинается, кто помнит? «Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился». И шестикрылый серафим на перепутье не явился. Это тоже очень интересно. А ведь оказывается, что тут, в чем тут дело? Он хотел стать пророком. Он искал серафима. И серафим был ему послан. Это совершенно другое представление об авторстве. Вот что тут мы видим с вами. И в пустыне мрачной. Пустыня это что? Нищета духом. Отнюдь. Пустыня? Не. Это настоящая пустыня, только не то, что мы себе представляем. Мы обычно представляем себе пустыню как бесплодное место, да? А в древности пустыня это место безлюдное. Где нет, это место за пределами цивилизации, за пределами культуры. Там это страшное место, там бродят злые духи, там бродят непогребенные мертвецы, там вообще жутко. Вот он и пошел туда, в это страшное место, чтобы в надежде вот там встретить Серафима. И интересно, как меняется представление о пустыне у христиан. Вы помните Лермонтовского пророка? Что-то вы как-то с литературой у вас не очень хорошо, с русской литературой. Нехорошо. Помните, с тех пор, как вышний судья мне дал всеведение пророка, да? Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий, с тех пор в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи, завет предвечному храня, мне там покорна тварь земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Так это что? Это другое совсем. Это прекрасная мать и пустыня в христианских песнях. Это уже другая пустыня. Это пустыня, куда убегают от мирской суеты. Совсем другая. Это вот тот пророк, пушкинский пророк, это пророк ветхозаветный, а Лермонтовский это уже христианский проповедник. Совсем другое дело.